мечта каждой женщины, позволяющая почувствовать себя настоящей королевой. Это шуба из натурального меха. Когда на ваших плечах такая шуба, под вашими ногами целый мир. Сегодня мечта стала реальностью. С нашим специальным предложением дня. Шуба Стейси от бренда Альката. Все о натуральных шубах знает наша Елена Цветкова, которая обожает такие предложения. С гордостью сегодня представляю вам шубу Стейси от бренда Альката. Бренд, который более 20 лет специализируется именно на премиальных изделиях из натурального меха. Роскошное предложение, конечно, женщина русская всегда ассоциируется с натуральным мехом. Это всегда привилегия статуса, это всегда внутреннее ощущение себя. Вы королева, когда на вас шуба из натурального меха. Здесь у нас, кстати, используется нутрия. Это один из самых износостойких мехов на планете. Срок службы нутрии составляет 40 лет. Можете себе представить? Это вложение один раз и в буквальном смысле на всю жизнь. При этом чувствуется еще и дизайнерский мотив в данном изделии за счет именно, во-первых, французской длины, которая выгодно смотрится и на женщинах абсолютно любого роста. И фигура тоже здесь не имеет значения, потому что у изделия в целом прямой крой. Посмотрите, роскошь, она прослеживается еще и в деталях. Насколько густой еще мех нутрии. Причем, видите, такой характерный блеск присутствует у изделия. Это обработка меха золотым барабаном для того, чтобы в буквальном смысле его зашлифовать. И шуба служила вам верой и правдой долгие годы. Цвет капучино сейчас на ваших глазах. Роскошный, благородный, сдержанный и вместо тысячи слов черный бриллиант, который нам демонстрирует наша Ксения. Посмотрите на эту женщину, которая прекрасно знает себе цену. Сегодня и только сегодня специальная цена на нашу шубу Стейси. 34 999 рублей. Более 100 оформленных заказов за 3 выхода в эфир, когда мы эту шубу вам предлагали. Сегодня дополнительно отшита небольшая новая партия по вашим многочисленным просьбам. Поэтому сегодня шуб ограниченное количество. Хочется, чтобы каждой досталась сегодня роскошная шуба из натурального меха, но так не получится. Только самые быстрые успеют ее приобрести. Лена, давай поможем подобрать размер, чтобы шубка прям вот сидела. Мы здесь с вами будем забирать размер в размер от 48 до 64. Так как бренд Альката специализируется на производстве исключительно верхней одежды из натурального меха, нам сразу же дарована здесь свобода прилегания. Так что не переживайте, размер в размер будет идеальным выбором сегодня. Да, мне вот подарил шубу натуральную муж. Уже нет мужа, уже нет этой шубы, это было давно. Но, девочки, я так благодарна ему за те ощущения, которые у меня сохранились. Я, во-первых, поняла, что я этого достойна. Во-вторых, я поняла, что меня ценят и любят. Я поняла, какая я становлюсь в шубе из натурального меха. Вот это важно. Ну, мне кажется, натуральный мех, он всегда идет таким, знаешь, знаком равно к русской женщине. Потому что если мы с вами будем вспоминать русское искусство, как всегда была изображена в творчестве художников, в творчестве музыкантов, в кинематографе русская роскошная статусная женщина. Она всегда была в шубе из натурального меха. Это более того, еще и очень грамотная инвестиция именно сегодня в ваш гардероб. Объясню, почему. Мы с вами сейчас находимся, месяц октябрь у нас на календаре. Сезонность данного изделия начинается при первых уже минусовых температурах. Вот когда начинает именно непосредственный сезон, а это уже где-то середина сентября, ценник на такую шубу взлетит просто до небес. Она будет дороже в 3 раза. И, как правило, когда мы вот так перед фактом себя ставим, что нам нужна шуба, когда мы уже прозевали тот момент, именно когда ценник более приятный, мы начинаем сразу себе в этом отказывать и лишаем себя удовольствия, потому что жалко тратить деньги. Сегодня бренд Альката дарит нам уникальную возможность потратить деньги с умом, с грамотностью, при этом инвестировать именно в натуральный мех нутрии. При этом бренд Альката
это ручная работа. Бренд у нас родом из Пятигорска, а Пятигорск – это просто центр скорняжного искусства на территории нашей страны. Каждый мастер душу вкладывает в производство изделия. Сначала нужно будет шкурки отобрать, потом, посмотрите, специальная обработка мастером. Это на самом деле очень затратное производство. То есть это не машина на потоке, да, отшивает изделие, а это то, что требует именно самого ценного, что у нас есть в жизни – это времени. Времени от нашей же с вами жизни. Поэтому в данном случае мы с вами приобретаем произведение искусства от самого премиального бренда Альката. Да, помнишь, у нас на день рождения канала приходил к нам замечательный Сосо Павлиашвили. Как он сказал Лене Мироненко: девочки, вы можете позволить себе шубу сами. Не нужно ждать милости от мужчины. Не нужно копить год-два, не нужно брать кредиты. Сегодня у нас шуба из натурального меха доступна по специальной цене. Менее 35 тысяч рублей стоит сегодня наше роскошное предложение. И внимание, у нас акция для вас только сегодня. При приобретении шубы Стейси от бренда Альката и шапки Амалия, которая есть в этом часе, дополнительная скидка на шубу, внимание, Лена, 5000 рублей. Значит, шуба уже будет стоить не 34 999, а 29 999. У меня участилось сердцебиение, честно говоря. Сердцебиение участилось. Давай еще раз напомним, что у нас ограниченная партия отшита по вашим многочисленным просьбам. Два цвета. Цвет капучино и черный бриллиант. И вот смотри, у нас здесь мех нутрии. У меня еще не было никогда нутриевой шубки. Вот сегодня ты как раз имеешь честь познакомиться с этим драгоценным мехом. Почему его называют драгоценным? Потому что нутрия — это просто чемпион с точки зрения износостойкости. Срок службы данного меха 40 лет. Причем мех нутрии отличается именно своей устойчивостью к влаге. Мокрый снег, снег с дождем — все это в зимний период нам нипочем абсолютно. Густой остевой волос и такой именно пуховый подшерсток, который согревает нутрию даже в воде. Можешь себе представить? То есть нам не нужен здесь какой-то особый уход. Влага отталкивается. Дайте единственной шубе просохнуть при комнатной температуре, если, например, вас застал мелкий дождь. Выглядит так же роскошно, как норка, например, да, но гораздо практичнее и долговечнее. Только сегодня специальное предложение дня. Вы достойны стать настоящей королевой.